Ребята, всем огромный привет. Продолжаю серию видеороликов про свой снегоротор. Немножко не снимал видео, увлекся. Ну и расскажу, что у меня уже на данном этапе. В принципе, дело подходит к завершению данного проекта. Осталось совсем чуть-чуть, и он будет готов. Ну, для тех, кто не любит, как мне всегда пишут комментарии, нудно, скучно рассказываю там. Поэтому для тех, кто сейчас за 30 секунд покажу, я изготовил уже весь механизм крутящий. Вот так он вам выглядит. Пришел мне двигатель на 17 лошадей. Сделал я ременную передачу. Редуктор, цепь, которая крутит шнек. Про шнек я рассказывал в прошлом ролике. Ну, так все это выглядит. Ну, а тех, кому интересно, кто будет делать подобное или еще что-то, то я уже сейчас расскажу о том, как конкретно делались какие детали, из чего и что брал, что, в общем, искал, из чего делал, какие изменения произошли. Так что повторюсь, данная конструкция собирается без единой токарной работы. Ничего я здесь нигде не точил. Все как-то подбирается втулки, центруется и все остальное. Ну, по порядку начну. Я сделал ему лыжи с труб. Хотел сделать с уголка. Ну, уголок как бы плоские стороны, может быть, скользить, упираться. Все-таки это будет прицепная конструкция к автобусу, будет цепляться. И она вынесена как бы вперед, метра на полтора получается будет. И поворачивать, колеса будут поворачивать, ее тяжело будет. Она все равно будет уходить в бок, там туда-туда двигаться. Поэтому сделал с труб, наварил по краям отводы. Ну и получились вот такие лыжи с двух сторон. И также сделал по центру еще дополнительно трубы. Ну, так как здесь конструкция двигателя стоит. Еще отводы вот здесь не приварил, но они приварятся. И вот на них, на вот этих четырех точках он будет ездить, двигаться там как-то. Что касается ножа, внизу нож я не стал делать плоский, потому что при ударе, ну, могло быть загинать его. Поэтому как раз вот уголок, ну, отсюда, наверное, не покажешь, но он, получается, лежит как бы уголок на плоскости и приварен вот так вот к бочке. И с этой стороны он выглядит как нож. То есть, вот видите, здесь он плоский. То есть, как бы, как нож выглядит. То есть, к бочке приваренный. И с этой стороны он получается острый, как бы. А с той стороны у него дополнительный упор уже как бы не согнет. Дальше. Произошло у меня изменение. Во-первых, я двигателя у меня еще не было, когда начинал собирать. И когда пришел двигатель, оказалось, я перепутал вращение. То есть двигатель вращается против часовой стрелки. Я его собирался ставить вот сюда вот. Сбоку он у меня должен был быть, чтобы не занимать место дальше. Ну, не выдвигать конструкцию далеко. Но когда пришел двигатель, оказывается, я перепутал вращение. А выброс уже был сделан, получается, в эту сторону. То есть, чтобы все это изменить, выброс должен быть тогда справа. Он у меня слева. Ну, ничего не пришлось делать, как только устанавливать двигатель просто сзади. Сделал под него крепление. Ну, сначала уголки вот так приварил, периметр. Сделал крепление под двигатель. Ну, здесь уже потом вырезал, так как здесь проходит ремень. Поэтому мешало здесь, и пришлось сделать вот такую ступеньку. С этой стороны также уголок. Добавил стоечки упорные.
так как двигатель весит килограмм 30, наверное, где-то. Ну и вот так. Ну, в общем, закрепил двигатель. И тут что-то у меня долго искал в интернете по поводу оборотов на роторе и на самом шнеке. Нигде ничего не мог найти. Все делают по-разному, но мне на шнек, так как шнек получился довольно большой, 1,60 м длиной. И как я говорил в прошлом видео, что центрация здесь, а балансировка, ну никакая, потому что, ну все это, конечно, равнялось как-то, выравнивалось, но раскручивая до 500 его оборотов, колбасило как бы нормально так. Поэтому мне нужны небольшие обороты. А найти, какие должны быть, ну, я так и не нашел в интернете конкретно. Находил на роторе, что должно быть там от 1000 до 1500 оборотов на самом роторе. А на шнек так и не нашел. Ну, поехал к тестю, у него ручной снегоротор. Ну, с маленьким двигателем на 6,5 лошадей. Ну, обычные эти, ручные. Мы с ним сняли крышку и пересчитали, сколько у него на шнек идет, так как данные двигателя известны, и пересчитали от двигателя до шнека. У него получилось 36 раз понижение. То есть шнек понижается от двигателя в 36 раз. А я же хотел ставить вот этот редуктор. Вот у меня вот такой, да? Это с Хонды, с коробки. Хотел его ставить. Он просто один к одному, он просто угловой. И тогда, если его просто ставить, то даже на цепи у меня здесь 3,7, по-моему, соотношение. 1 к 3,7, то есть понижение. И на шкивах у меня в 3 раза получилось. Это получается где-то, ну, раз 15, до 15 раз. Этого было мало. В начале видео, помните, я в первом видео я рассказывал, что хотел вот этот редуктор. Он понижает в 3 раза. Это тоже с автомобиля, с коробки. Вот этот редуктор хотел ставить, ну, вот сюда, в центр. Чтобы он стоял здесь и крутил валы. И вращался от крыльчатки. От лопастей. То есть вращался и... Ну, потом списался с человеком, кто делал тоже. Он говорит, у него в 4 раза. И то, говорит, это много. Ну, то есть, надо понижать еще. Ну и как раз он у меня пригодился. Он у меня был с валами. С этой стороны я его отпилил вал. С этой стороны я его оставил. Ну и использовал этот редуктор. У меня получилось здесь 3 раза, здесь 3 раза и здесь 3,7. В общем, посчитал. У меня получилось соотношение 1 к 33. То есть 33 раза у меня медленнее вращается. Это где-то примерно... Сколько я считал? Где-то 150 оборотов в минуту на шнеке будет. Ну, то есть этого достаточно, он не будет так вибрировать. Ну, то есть колбасить его не будет. И загребать снег ему будет достаточно. А на крыльчатке останется 1500. То есть на крыльчатке хорошо, когда большие обороты. Чем больше обороты, лишь бы хватало мощности, чтобы его выкидывать. Поэтому взял двигатель на 17 лошадей. Так, ну что, начнем, наверное, с самого интересного. Это вот изготовление шкивов. Когда, ну, поставил туда двигатель, хотел же все делать на цепях здесь. Даже заказал звездочки, цепи, все это пришло. Но уже поздно, я уже как бы подсмотрел на YouTube. Человек подсказал, говорит, можно с автомобильных дисков сделать шкивы. А мне они вообще как кстати, так как у меня этот шкив вообще здесь ступица. Ну, здесь же ступица автомобильная стоит. И она прикручивается прямо на болты. Ну, вообще, песня, как надо. Как он делается? Да очень просто. Берется диск. Так, жена мне тут наложила коробок. К примеру. Вот он диск. А
обычный автомобильный. Можно, конечно, брать вот эти края, можно брать вот эту часть, то есть для ремня. То есть есть две, одна пониже, одна повыше. Ну, я брал, так как мне там сильно высокие не надо, я брал вот здесь. Поотпили вот эти вот крайние части. С этой стороны вот так отпилил. Ну, то есть у меня осталась вот эта вот серединка. Она, правда, широкая. Я ее отпилил. Единственный момент. Прежде чем выпиливать вот эту вот часть и переваривать сюда, ну, чтобы под ремень сделать, необходимо, я сразу не сделал, я отпилил, приварил, потом давай равнять. Сначала все это выравниваем. Равняю я разводным ключом, вставляю потихонечку, подгинаю. То есть, когда в эту сторону, то проще. Металл подтягивается, ну, вытягивается, и он ровный становится. Вот в обратную сторону хуже, потому что его надо как бы уменьшить, вот этот край наружный. И вот сначала надо выгнуть эту и эту сторону под нужный угол. То есть выпрямляем. А потом отпиливаем ее здесь, переносим на нужное нам расстояние, привариваем под ремень. Ну и ту часть, которая не нужна, уже отпиливаем ее, и все. И остается, в принципе, диск под ремень вот такого, такого вот формата. Идея пришла кстати, прям. Нашел я у себя диски 13, тем более мне нужны были 13 диски. Со вторым чуть-чуть посложнее у меня получилось, так как редуктор немного, у него удлиненный здесь хвостовик. И не получилось прикрутить его, чтобы вровень с тем, как он называется-то, забыл, шкивом. О, блин. И тогда я сделал, что, я выпилил середину, развернул ее в обратную сторону, ну, центранул тоже ее, прихватил. В принципе, когда выпиливаешь, я, чтобы ровно выпилить центр, ну, я уже рассказывал, у меня там есть видео про диски, где, как я делаю диски, тоже менял середины. Черт, не вижу. Вот оно. То есть я беру диск, вот такой вот, натираю здесь. Здесь остается, ну, полоса, когда стираешь, она полоса. По ней выпиливаю, и он ровно выпиливается. И уже его переворачиваю там или меняю, другой ставлю. Уже привариваю. Ну, вешаю на ступицу. У меня есть там, вон, ступица лежит, на ней я все это центровал. Как бы она на подшипнике ступится, на нее там, тисы ее зажал и на ней центрую. Все, в принципе, что у меня, в принципе, если под одну эту сделано, под одни шпильки, которые я использую, и она как раз подходит, чтобы мне все здесь центровать. Ну, в общем, развернул, переварил, загвоздка осталась с центром. Здесь крепится кардан, крестовина. Также есть посадочная. И я, что надо было мне сделать? Мне надо было сделать, вот, ну, чтобы прикручивался этот шкив вместо как бы кардана. Я взял вот эту вот часть от этого, от ступицы, ну, от колеса, который, куда колесо прикручивается, подобрал флянец этот изнутри. Он чуть-чуть не подошел у меня в посадочное. Я его, ну, по кругу подточил, чтобы он у меня садился в посадочное. Засверлился, чтобы прикрутить. Засверливался. Ну, когда вот так вот не получается дырки разметить, потому что они изнутри. Куда-то дел. А, вот оно. То есть, с паранита вырезал. Дырочки сделал. Потом паранит наложил. Разметил, просверлил. Ну и получился вот такой флянец. Флянец изготовил.
Потом, после этого я сюда вставил шпильки. У меня эта часть получилась развернутая как раз. Вставил шпильки. Шпильками прикрутил уже к диску. То есть он отцентровался на шпильках. И уже я его приварил. После чего я выбил шпильки. Ну и внутреннюю часть, она мне как бы не нужна. Вот эту вот внутреннюю часть я ее выпилил оттуда, изнутри выпилил. Можно, конечно, было вот это не приваривать, сделать сюда шпильки, закручивалось бы на шпильки, это бы прикручивалось на болты, но это зачем это вообще нужно, тем более для меня, что я могу отрезать, приварить и переделать все, что было бы что переделать. Все, и вот прикрутил на болты, получился вот такой второй шкив. То есть два шкива я сделал. Но самый, наверное, интересный был, это вот... ну что касается у меня вот здесь. Как видите, у меня стоит тормозной барабан. Это будет у меня центробежное сцепление. Здесь стоит втулка на шпонке. Я подобрал... Не подобрал, у меня была звездочка, она с этим, ну, удлиненная. Кстати, вот она, эта звездочка. Тоже хотел ее применять, она как раз на 25. Вал на моторе на 25. Здесь я под шпонку, я отпилил нужный мне вот кусок сюда. Здесь я будет тормоза, ну, флянец, это я еще расскажу про, как я буду делать тормозной... Ну, не тормозной, а фрикцион этот. Фрикционное сцепление. Просто ступица у меня. Это я вообще снял с машины, пока у меня машина стоит на домкрате. Я уже вот снял, чтобы продолжать делать, не останавливаться. А ступица где-то все идет, дойти не может. Ну и вот я ее поставил пока сюда. Здесь будет флянец, тормоза. Ну это придет, я потом буду делать. Уже отдельно про это расскажу. Вот здесь вот было посложнее. Но я снял, как я делал сначала, эта ступица, она прям на подшипнике, в ней прям подшипник. То есть подшипник стоит прямо в барабане. То есть эта ступица, она на палец прикручивается и вращается. Она не выдовая, ничего, она просто с подшипником. На палец одевается, гайкой закручивается. Подшипник как раз внутренний диаметр на 25. Ну, как мне надо. То есть здесь стоит втулка на шпонке и одевается на вал вот этот тормозной барабан. Он проворачивается на подшипнике, здесь крутится, вращает ремни. И вот мне надо было сделать на него тоже шкив ведомый. Изначально я вырезал вот такой флянец. Да, ребята, у меня есть, конечно, плазморез для таких дел. Есть циркуль самодельный. Где он у меня? Недавно сломался, чинил. У меня вот такой самодельный циркуль для плазмореза. Со штангеля я со старого сделал. С разметкой. То есть здесь шкала. Я выставляю нужный размер мне, и он ровненько выпиливает мне кружки, какие мне нужны по размеру. Выпилил вот такой флянец. То есть сделал внутреннее отверстие, наружнее. Ну, под нужный мне внутренний здесь 70-я труба. Ну, наружнее так, чтобы шпильки можно было одеть. Сделал флянец, после чего... Этот флянец необходимо было просверлить, желательно очень точно, чтобы дырки одевались прям четко. Ну, не было влево-вправо у него никуда биения, так как гайки я здесь конические ставить не буду. Очень мало места для конических гаек. Вот видите, труба совсем близко. Здесь обычные гайки поставлю. Поэтому я взял, опять же, взял ступицу. Ну, только с центром. Или без центра. Ну, мне центр был не важен. Мне надо было, главное, чтобы разметить отверстие. Сюда я ее пристегнул, этот флянец.
Можно было флянец, в принципе, взять и вот этот. Ну, он толстый как бы. Зачем он такой там толстый нужен? Пристегнул его, чтобы точно просверлить. Я, по-моему, забивал вот сюда вот на 8 гаечки. Забил, они как раз чуть не влазят. Я их сюда позабивал. Сверлом на 8 засверлился. Ну и потом на 12 уже их рассверлил. И у меня плотно одевался этот флянец на шпильки. Отрезал кусок трубы 70-й, нужного мне длины, ну там, сколько там, 60, не помню. Отрезал уже, и уже когда флянец прикрутил, я на ступицу ее одел там, на которую я вам показывал. Одел, проволочки выставил, ступицу крутил, выставил трубку, прихватил, чтобы у нее биения не было. И обварил ее. Получился вот такой флянец с трубой, то есть прикручивается сюда к барабану. И осталось только сделать под шкив. Ну, как я и говорил, выгинать в обратную сторону сложнее, чем в эту сторону, потому что в эту сторону металл тянется и он выравнивается легче. А здесь наоборот, надо, чтобы наружная сторона чуть-чуть, ну, диаметр уменьшился. Сюда сразу приваривать не стал. Взял кусок трубы сначала. Флянцы также вот плазморезом. Вот он прям плазморезом отрезанный, не обшлифованный, ничего, просто отрезанный. Вырезал флянчик отдельно, приварил его к трубе. Чуть-чуть, конечно, все это долго, потому что ты его гнешь, 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 гнешь. Он играет, ты его сюда, а здесь рядом, а отсюда, туда, сюда. И никак его не можешь уменьшить. Ну ничего, потихонечку при помощи разводного вот такого вот, то есть ставлю вот так вот и потихонечку по кругу каждый раз гну, и он выгинается. Попробовал, получилось. Ну, то есть выгнулся, значит и там выгнется. Вырезал уже флянцы, ну и разогнул их уже. Сначала один приварил, разогнул, чтобы этот не мешал, удобнее было. Потом второй. Все, получился у меня вот такой шкив. Там внутри он, у него есть болт. Вот так он внутри все это выглядит. Лампочку включу. Вот он, шайба, здесь стоит подшипник, он закрытого типа подшипник. Все, здесь шайба и болт. Все это прикручивается и как бы вот такая конструкция у меня получилась. А ремень, почему начал делать на ремне в свое время, работал на железной дороге путейцем. И по путям, когда ходили, это с поездов, с генераторов, с вагонов ремни. И я их это собирал, они... Снег набивается, они с телеги слетают и валяются на перегонах. Я их собирал, как бы думал, пригодятся. У меня их штук с десяток это точно лежит. И еще можно где-то взять. Ну и как раз он здесь он мне прям вот, когда вспомнил про него, пошел, достал, примерил. Ну, длина, все как бы получается как надо. То есть тогда решил сделать на ремне. Во-первых, он бесшумнее будет работать. Лучше работать будет. Ну, тише. Единственное, когда примерил, здесь я, получается, на крыльчатке. То есть, если ремень пустить вот здесь прямо, то зацеп шкива, ну, четвертинка. Не четвертинка, чуть побольше получается. Но все равно... мало охват ремня шкива, поэтому я в центре здесь и сделал, вообще поставил три ролика. Вот здесь я поставил один ролик, болты прям прихватил, с той стороны засверлился. Вот у меня здесь крепление, то есть он и редуктор держит тут, и вот под него сделал болт с той стороны. Прихватил на 16. Подшипники 303. Ну и все, здесь вот он на подшипнике просто будет крутиться и никуда не денется. Также и
Здесь я поставил, чтобы тоже как можно максимум обхватывал шкив двигателя. Этот даже, видите, насколько я его туда задвинул. Первый раз просверлил здесь, а потом еще задвинул его туда. Чтобы тоже, ну как, не проскальзывал, хватало ему крутить. Также здесь подшипники 303. Они, правда, на 17, болты на 16, на 17, ну там миллиметр этот, они отодвинулись, зажались и стоят нормально, вращаются. Самое сложное это было все вот это вот выставить ровно. То есть потому что ремень, чтобы не уходил ни влево, ни вправо, вот именно чтобы ровно выставить эти шкивы. Плюс у меня еще получается, помимо того, что так выставить, мне еще надо было выставить подцепь. То есть здесь подцепь, здесь вот так, вот этот вот редуктор я переваривал два раза. Потому что первый раз закрепил, покрутил, не понравилось, отрезал. Второй раз закрепил, ну уже так поприхватывал, там потом опять отрезал его. В общем, короче, и то немножко пролетел. Здесь у меня ушла вот эта вот перегородка, которая немножко на меня ушла вправо. И подшипник вот этот маленько там стоит. То есть в обратную сторону крутишь, ремень начинает съезжать. В эту-то вроде бы крутишь он нормально. Не едет никуда. Все четко. А в эту начинает, вот видите, съехал. Ну, в эту сторону крутиться не будет, а в эту как бы без разницы. Ну, посмотрим, если что, как и говорю, это не проблема, можно все переделать. Дальше все это я сделал. Осталось мне сделать под звездочку цепь. Вот здесь вот место. Здесь я тоже звездочку хотел сделать съемную, потому что ну, мало ли что, звездочку съемную сделать. Поэтому здесь пришлось конструировать вот этот вал под звездочку. Звездочка вот такая вот. Она на 30. Она на 30 внутри. Со шпонкой. Это чуть больше просто диаметром. То есть такая же звездочка. Труба вот эта на 32. Поэтому что я сделал? Я нашел полуось у себя. Блин, куда я их дел-то? Оставлял же, хотел показать, но... В общем, а вон она. В общем, полуось такую нашел у себя. Ну, я долго бегаешь, постоянно что-то ищешь. Я говорю, токарки нету, это все. Ну, безвыходных ситуаций не бывает, поэтому я нашел вот такую полуось. Вот эта вот часть у меня шлицевая. Как раз забивается в 32-ю трубу вот в эту вот. Ну, то есть я нашел себе вал. Причем, когда забьешь его, он отцентруется будет ровно. А здесь у него получилось на 24. Вот эта вот проточка на 24 миллиметра. И если брать эту трубу, ну, вырезать ее, вот здесь вырезаешь ее, обжимаешь по этой вот, то она получается снаружи на 30. Как раз то, что мне нужно было сюда. Я отрезал вот так кусок вот этот. Здесь я проточил болгаркой. Одеваю штуки 4 диска. Ну, 4, там 5, неважно, чтобы мне канавка была под размер шпонки. Проточил. Миллиметров так 6-7 туда вглубь. С рессоры вырезал шпонку. Вставил ее. Заварил ее здесь на валу. Сделал кусочек трубки. Не получившийся кусочек. Вот она. Вот такая вот. То есть я ее обжал. Вот такую трубку. Обжал, и она одевалась как раз вот, на, вот сюда вот. А снаружи получалось на 30. Все, шпонку здесь приварил. Сверху одел трубку. Приварил ее с торцов. С торцов приварил. Забил вал.
и уже приварил его, ну, к самой трубе. Получилось ровное, вот здесь ровный вал. То есть звездочка не бьет, ничего. А с обратной стороны, ну, как вал, видите, длинный, да, мне пришлось поставить опорный подшипник. Поэтому я взял, опять же, у меня болтов на 16, много там с колес. От 66-го вездеход, когда собирал, и у меня там болтов до хрена с гайками. Сюда болт приварил. И все, и у меня получился подшипник. Одевается звездочка. И на этот же вал подшипник с внутренним диаметром подобрал на 30. И также набивается сюда. И уже гайкой тут притягивается. И на валу все это держится. Ну, про опорный вот этот вот. Здесь нечего рассказывать. Здесь и пластина. Это также трубка взята. Под подшипник ее подогнал, заварил. Изнутри только вот, чтобы там, ну, никуда не выходил. Шайбочку поставил, прихватил. Такую шайбочку, чтобы на трех точках сделал, он никуда не денется. Чтобы не выходил с этого бюгеля. Ну, а здесь я приварил. Чуть-чуть он далековато был. Ну, мне вообще как раз это надо было. Взял пластину восьмерку. Толщиной кусочек вырезал, приварил. Прям резьбу в ней нарезал, два болта поставил. Все, прикрутилось. Крепко здесь держится. Перебрал цепь. Цепь у меня двойная была, одинарная не было. Пришлось разбирать, перебирать, делать одинарную, расклепывать, заклепывать. В общем, даже процесс рассказывать не буду. Что тут разобрал, собрал цепь все. Натяжитель. Натяжитель сделал. Вот, ты не покажешь его, конечно, отсюда. Сейчас покажу оттуда. Сделал пластиковую звездочку. Как раз вот по той обрезанной. Вот эту. Взял звездочку к пластику. Зацентровал через подшипник или через что. Прикрутил, сверлом засверлился прям по ней. Ну и получилась у меня пластиковая звездочка. Внутри просверлил коническим сверлом на 32. И подшипничек там на 32 у меня как раз. 32-10, по-моему. Внутренний 10, снаружи на 32. Все, запрессовал его в пластик. С двух сторон шайбочки поставил. Две пластинки. Ну и болтом закрепил. Здесь две пластины выходят. Втулку приварил. Во внутрях стоят еще одни втулки. Ну, чтобы болтом можно было сжать, и он тут двигался. Все, два уголочка приварил, как бы получился натяжитель. Пружину поставил от этого, от стиральной машинки. Он такая мощная пружина, конечно. Цепь. Ну, вот он. Ходит. Ну, в принципе, ребята, ну вот. Вот так это все получается. Хочется, конечно, испытать, покрутить хотя бы для начала, вот, завести. Но нету сцепления, поэтому не заведешь, не покрутишь, не посмотришь, как он крутит. Ну, единственное, мне сейчас осталось сделать вот сцепление. И так как это сейчас теперь ремень, мне надо будет закрыть. Ну, здесь я закрыть кожухом. Я уже вот подготавливаю сверху вот рамку, уже изготовил. Такая рамка будет. Здесь я стоечка, туда стоечка. И по низу идти еще вот. Выгнул тут уже с этого. Вот тоже без трубогиба гнул. К диску приварил. По диску выгнул как мне надо. Кусок трубы. Ну, то есть будет там. Ну, там вот. Идти вот здесь и вот. И все это закрою вот таким пластиком. Тоже на трубопроводе в свое время работал. Кусочки там таскал, приносил. Ну вот. Вот такой вот пластиком уже здесь. Ну, все это покажу уже потом в сборе, потому что сейчас мне надо будет разобрать ее, перевернуть, все, что снизу там обварить, подварить, доделать рамку. Ну и на покраску,
уже покрасить его, разобрать его полностью, покрасить. А сборку, наверное, запишу прям целиком, потому что все это будет готово. Просто собирай да крась. Ой, собирай. Собирай да прикручивай. Ну что, вроде бы все нудно, как некоторые не любят. Рассказал. Если есть вопросы, задавайте. Отвечу. В принципе, на все комментарии, кто пишет, я отвечаю. Ну, такой агрегат не маленький, конечно, получается. Считаю, у меня гараж 8-метровый. Ширина 5 метров. Ну, такой вот агрегат. Ну что, всем пока. Как обычно, не прощаемся. До следующих видеороликов.